Добрый день, друзья, гости, подписчики канала. У нас погодка, ветер, правда. Ну, незаменимый наш китаец. Сейчас мы будем сеять люцерну разбрасывателем. Значит, как мы это делаем? Вот, 3 ведра ячменя, 2 ведра песка и сейчас люцерны. Сюда все перемешаем. В этого засыпем китайца нашего. Мы только что откормили селитрой. Вот, почти 5 тонн раскидали. Вот, селитра качественная, даже и круг не заморался. Пыли вообще нету. Вот, и сейчас мы будем сеять люцерну. Давай, засыпай семена. Засыпай. Все успокоит? Нет, ты что? Я тебе скажу, когда хватит. Еще. Хорош. О, нам хватит. На 15 сотых нам тут аж с головой. Во. И сейчас мешаем его. Да, нормально все. Сейчас все с ячменем, с песочком. Вот так вот перемешиваем. Засыпем потом в этот. О. Сейчас. А такая у нас ядреная смесь будет. Ячмень, люцерна. Ну и для весу песочек, чтобы на 15 сотых мы здесь 3 ведра ячменя. Ну я не знаю сколько, килограмм 7 люцерны на всякий случай. Конечно, многовато, но пойдет. Сейчас мы его засыпем и будем ехать. Друзья, сейчас вот мы раскидали люцерну, сейчас мы вот гребем, боронами идем. Вот такой маленький культиватор у нас,
на 5 баронок пионерок приспособу сделал, цепляется. И вот так вот у нас получается. Получается довольно-таки нормально. Люцерну с ячменем, с песочком. И вот так вот мы ее заделаем. И вот так вот мы садим уже не первый год. Получается нормально. Вот он идет. Таким макаром дальше. И потом еще во второй след пройдем, накроем, и будет у нас все отлично. Если кому интересно, как я сделал приспособу, это у нас тоже самодельный культиватор я делал. У него междурядье на 70 и на 35. Ну и сделали приспособу. Можно, чтобы волочить, гребти. Кстати, на этот культиватор долотья ставишь, и получается, можно даже и сено сгребать, ветки с культиватора долотья. Отлично получается. Ну, пишите комментарии, друзья. Кому нравятся лайки, кому не нравятся дизлайки. Кому интересно, задавайте вопросы. Ну, а мы прекращаем наш обзор. Сейчас мы еще во второй след пройдем. Это в один след, еще во второй. Чтобы уже наверняка. И на этом мы прекращаем.